Так, здравствуйте, дорогие мои друзья. Вот мой очередной обзор, но это обзор как бы тоже не на кукол, но как вы видите, куколка здесь присутствует, но это как бы аксессуары для кукол, потому что купила этот набор только ради вот этих вот аксессуаров, а не ради куколки. Куколку я тоже хотела отдать племяннице, но как-то она все-таки получше выглядит, и она мне напомнила маленькую куклу Стеллу из Винкс Сиреникс, которая вот, и поэтому я решила именно ее, вот эту куколку Еве, которая была в наборе вот с этими котятами, отдать в дочке своей кукле Стелле Сиреникс и Нейтану, который Скай. Просто я назвала Ская Нейтаном, и он у меня жених не Блум, а Стелла Сиреникс, потому что Блум я вообще терпеть не могу. Я ее выскочкой считаю и уродиной, и дурой. Вот. Поэтому она, я ее вообще терпеть не могу. Не то, что она мне нравится, я ее прям ненавижу, Блум эту. Вот. Поэтому моя самая любимая фея — это Стелла. Вот. Поэтому я ей отдала и Ская, который то есть был раньше Скаем, но я его переименовала, дала ему имя Нейтан, и он у меня совершенно не Скай. Вот. Вот эту девочку я назвала Глория и отдала им в дочке, потому что она мне тоже очень понравилась. Ну, вроде бы неплохая такая, хорошенькая куколка. С ней в наборе шли, вот. Есть еще такая же куколка, Еве, но с собачками и с другим цветом волос, с коричневыми. Вот. Я купила вот это все из-за вот этого набора. Очень понравилось. Купила я его вместе с тем набором, который я вот уже сняла обзор. Вы найдете на моем канале, на YouTube и в группах на Одноклассниках и ВКонтакте, в группе кукол Ever After High. Я купила вот этот набор кошек вместе с пупсиками и колясочкой, и куклой Еве, которая там была, ой, куклой Штефи, которая там была пластмассовой, которую я дала племяннице. Вот я вместе с той колясочкой пупсиков купила еще вот этот. Значит, вот две мисочки шло. Одна из них розовая, другая фиолетовая. В этих мисочках шли вот такие вот две рыбки. Это у нас рыбки корм котятам и кошки. Хотя я не понимаю, зачем здесь рыба, когда рыба вообще вредна. Ее нельзя давать ни кошкам, ни котятам. То есть, ну, на самом деле, потому что и человеческая еда очень вредная для животных. Животных кормить нельзя человеческой едой вообще. Ни кашками, ни супчиками. От них от этого глисты бывает. И печень потом может заболеть. То есть кошек нужно кормить профессиональными кормами. Роял Канин или Проплан, или Ямс и Кануба. То есть дорогими, хорошими кормами. Если у вас нет денег на такие корма, не заводите животных. Потому что кашки — это все плохо. Животное может заболеть и вообще умереть. Потом больше и тратить денег на ветеринара. Вот такая вот мама-кошка нашла с ними. Она сидит вот. Она уже идет полосатая, то есть у нее полоски есть, у котят нету таких полосок. Корзиночка, вот где котята все сидят и спят. То есть вот. Один котенок у нас вот такой вот, он сидит, умывается с закрытыми глазками, язычком моет себя. Другой котенок, вот он вот так вот лежит на лапках передних, но это специально, чтобы вот он сосочку сосал. То есть мы вот так вот его кладем и вот так вот ему сосочку сюда, вот он сосет вот так сосочку. У нас вот такой вот котеночек. А другой котенок, он вот так вот как бы приподнят, вот, ну и он может еще вот так лежать, но это специально вот здесь такое место, чтобы вот клубок шел, ниток, что он типа играет с клубком, берется вот так клубок и ложится под котенка. Ну, можно и к миске его вот так вот еще поставить, чтобы кого-то пошел есть рыбку. Ну, то есть, но вообще клубок вот для него как бы идет. Вот так вот. Вот. Клубок и котенок. Вот такие вот три котенка с кошкой и аксессуарами, вот этой куколкой Еве, я купила для своих кукол. Вот. Есть еще собачки белые, но собачки мне не понравились. Я очень люблю кошек. Я вообще считаю, что собака не лучший друг человека, тем более сейчас, потому что выйдешь на улицу и увидишь стаю собак, она может напасть на тебя и загрызть вообще до смерти.
эти собаки. Вот стая кошек, например, никогда не нападет на людей. Да и где вы вообще видели стаю кошек на улице? Они поодиночке бегают и все. И меня лично кошка не кусала. А вот собака меня кусала. С тех пор я собак боюсь. Поэтому люблю я только кошек. Нет, конечно, мне нравятся собачки, там, такие как йоркширский терьер, шпиц, моя любимая собака, или вот немецкая овчарка. Но собак у меня нет, у меня только кот живет. Вот. А так бы, если бы разрешили бы собаку заводить, то бы я завела, наверное, шпица. Мопсы еще тоже красивые собаки. Той терьеры. Вот. Но самая, по-моему, лучшая собака — это немецкая овчарка, потому что это не собака, а человек. Вот единственные собаки, которые человеческие мозги. Вот. Но если еще и правильно относиться к животному, любить его и тренировать, то она будет нормальной. Поэтому как бы я купила кошечек, а не собачек. Ну вот такая вот такое вот мое новое приобретение для моих куколок тоже. Вот кошечки, котята, аксессуарчики и куколка Еве.